Благословен ты, сын мой, Барух Абба, добро пожаловать домой. Ну, домой, сын. Мама. Добро пожаловать домой, брат Йосиф. Входи, Иуда, пора готовиться к северу. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Скажите всему обществу израильтян, это Пасха Господня, и да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Иуда, садись рядом со мной. Мы думали, когда распяли Иешуа, ты разочаруешься и вернешься домой. Думаю, ты был очень занят, нес благую весть о Иешуа. Запомни, Иешуа нет места в этом доме.